Традиционно оживленно было и в приемных покоях городских травматологических пунктов. Обозначая ситуацию как, в принципе, спокойную, медики не без тревоги фиксируют возросшее количество обращений в травмпункты. За 10 праздничных дней более 500 человек. Это на 20% больше показателей прошлого года. Снижение пьяной статистики почти в два раза было компенсировано степенью тяжести опьянения. В основном помощь пьяным медики оказывали в присутствии наряда полиции. Что радует травматологов, как и в прошлом году, существенно сократились случаи ожогов и отморожений. Если в прошлом году у нас было порядка 170 человек с ушибами, то здесь более 200. Если говорить про переломы, также там в прошлом году 113, в этом году 160. То есть это достаточно сильное увеличение количества пострадавших. Если говорить об отморожениях, то в этом году обратилось всего 2 человека с отморожениями. Вот. Характерно то, что ожогов петардами, салютами, вот таких граждан к нам не поступало. Все, в общем-то, научились, наверное, пользоваться салютными установками. В сравнении с прошлым годом количество травм на горнолыжном центре тоже заметно уменьшилось. Это если в прошлом году обратилось 75 человек только вот за праздничные дни с горнолыжного центра, то в этом году всего 42. То есть это вот такой вот положительный момент.